Из-за схода лавины на человека в Лангепасе возбудили уголовное дело. За несчастный случай ответят коммунальщики, которые вовремя не убрали снег с крыши. Напомню, в начале месяца на Лангепаса с дома упала снежная масса. В итоге мужчина получил перелом бедренной кости. Следствие считает, что мастер управляющей компании ненадлежащим образом выполнял свои обязанности, из-за чего и произошел несчастный случай. В итоге сотрудники следственного отдела возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».